Аги-Ваги из плюшевой шерсти. Значит, он боится огня. Вот тебе... Быстрее, пока он здесь валяется. Он исчезает. Компас? Да, обычный компас. Опять он издает звук. Тима, смотри, записка. Следуй за стрелкой. Она укажет на опасность. Рыжий стал морковкой. Картун-кролик не такой уж и безопасный. Бежим отсюда! А как же рыжий? Бежим, а то как рыжий овощем станешь! Исчез! Ура! Ура! Наши котики вернулись! О нет, только не это. У нас в доме новый SCP. Он показывает на прихожую. Тима, ну тогда пошли смотреть, кто к нам заявился. Да, только давай аккуратно, чтобы не спугнуть его. Ну и где SCP? Неужели компас ошибся? Не думаю, он нас еще никогда не подводил. Тима, посмотри на зеркало! Ого! Вы за него скоро заплатите. КМ. Не могу понять, это нас запугивают или пранкуют? И вообще, кому это надо? Может быть, этот Cartoon Rabbit? Мы же котов спасли, и морковка ему не досталась. Этот кролик хочет нам отомстить. Нужно внимательно смотреть за нашими котами. Не хочется, чтобы картун-кролик их сожрал. Ну тогда пошли проверим, где Шлёпа и другие наши коты. Ага, вот они, все на месте. Маша, не волнуйся за котов, здесь за себя нужно переживать. Если появится новый SCP, то компас даст нам об этом знать. Ладно, пошли отдыхать, а то этот день чересчур насыщенный. Спокойной ночи, Тима. Спокойной ночи, Маша. Этот SCP обнаглел. Ни днем, ни ночью покоя не дает. Указывает на комнату Маши. Надо посмотреть. Надо спешить. Вдруг там какая-то опасность. Маша, я тут только что такое видел, не поверишь. Надеюсь, это что-то серьезное, что меня заинтересует, а то я так спать хочу. После того, что я тебе расскажу, ты точно не уснешь.
Ну, рассказывай. Здесь только что было какое-то странное существо. Оно было похоже на Хаги-Ваги, только розового цвета. Ничего себе, розового цвета? Хаги-Ваги ведь синий. Я успел хорошо разглядеть этого Хаги. Он был точно розовый. А может, он поменял цвет для маскировки? А я думаю, что это совсем другой монстр. Типа его друг. Неужели он пришел заступиться за Хаги-Ваги? Однозначно! Ты же помнишь ту запугивающую фразу на зеркале? Точно! И там стояли буквы КМ. Может, пойдем маме расскажем? Да, пошли. Мама, мама! Дима? Маша? Что такое? Что случилось? 3 часа ночи. Вы почему не спите? Мама, в нашем доме новый SCP. И это существо хотело напасть на Машу, а Тима его спугнул. Существо? Спугнул? Маша, ты что, не слышала, что у тебя в комнате кто-то есть? Нет, не слышала. Тима, тебе точно не показалось? Мам, я ж не маленький. Я что, сон от реальности не могу отличить? Ладно. Гугл нам в помощь. Как выглядел этот ваш SCP? Он был похож на Хаги-Ваги. Такой же большой и пушистый. Но только он был розовый. Такого мимимишного цвета. Так-так, Хаги-Ваги розовый. Правильно? Угу. Так, ага, нашла. Киси-миси. Киси-миси. На кошачье имя похоже. Так это девочка? И что они пишут? Известно немного. Киси-миси то ли сестра, то ли подружка Хаги-Ваги. Киси-миси может задушить свою жертву. Она хитра и сообразительна. Отличительные черты от Хаги-Ваги – это розовая шерсть и длинные ресницы. Теперь можно сказать точно, она пришла мстить.